Ой, так, це я привіз. Це, Коля, дивись. Кружка. Так, воєнна. Яка кружка? Це шашличниця тобі, часи бабушки в спальні. Часи Лаура Ешлі. Поняв? Це бабушки в спальні. Так. Оце шашличницю забереш, оце мені два підноса тільки. Ну стой, стой. А куди це мені? Я не знаю. Це для шашликову ти так сказати. А кружка? Яка кружка? Кружка це мені лічиться, ну, там вода яка-то заряжена. Туди це понесеш бабушки. Часи. І часи Лаура Ешлі. Вони хороші ходять. Ззаді відкривається як пінал. Поняв? Отак от тягнеться вниз та штучка. Все, кружку цю я заберу. Так, це тобі що, каланхоя? Забрали, бо там теж цвіти остаються. Так, підожди. Де моє? Де моє? Оце цвіти. Це цвіти на балконі, на під'їзді. У нас не аварія, то щось в під'їзді ділають, чухають все. Так, це вази, я в это, під'їзд украшаю. Ну а що? Просто нікуди дівати, ребята, ціле, так сказати, ой, це теж в під'їзд, оце вазу. Там така була длинна ваза, оце в під'їзд хочу, там отакий цвіток. Оце туди штрик. Це моя ваза. Оце забирай. Ой, блин. Це твої стакани. Да, оце це мені вазу давай. Це в під'їзді, ребята, украшу. Під'їзд. Я думаю, що сусіди не проти. Всі, хто вкраде, значить тому нужні. Так. Там картини, ікони. Антикваріат. Так, це ікони, сундук з іконами. Так. А це, Коля, твоє? Я знаю, я потім це розберу. Бери поки. Добре, давай мені оце на руку. Так, мішки, сундуки оті тін. Мішки, сундуки оті тін. Сундуки. Так. Шкури насрали, падли. Ну, ось це тут як чукнуті. Так. Шкатулка. Ценностями. Ой, так, це що? Так, це теж я в під'їзді того понабирав, ребята. Я не то, ой, там мені такий дорогий подарок подарили. Ой, вообще. Даже не знаю, що і казати. Це сундук з іконами, давай. Ото чайничок забери теж, да, оцих підносів. Поняв? Оце давай ріжський бальзам сюди. Давай сюди, ладно. І чайничок, та собі цю чутку. Хорошо, давай мені сюди. Так, ото Лаура Ешлі картини. То вам. Оце все нам? Да. То на стіни, то декор, то бабочка. Так, це що? Це Ігорю. Це твоє. Це лебеді Ігорю. Давай сюди. Це так, там. Каструлі, це треба віддати. Яка каструля? Та то із цього Артема Святої. Пам'ятаєш, що вони шашлик привозили до нами? Я вже з них прибув. Так, з бардачка давай. А це що? Це ж цвіти. А, цвіти, амой. Це ваше, так. Да. Мені алоя не надо. Ой. Що то? Подноси оці? А ну покажи. Ну це ж для шашликів, Коль, забирай. Оце для шашликів. Куди це буде? Ну а хто це буде, скільки шашликів ділить? Ну на літню кухню туди буде. Ну це забирай додому, це своє. А це не треба мені переносити. Мені теж, мені нема куди ставити. Ну, на ігрі не ставиш. Ні, я викину тобі зразу. Так, що ти умний дуже. Так, це вази Коліни, це ваза Коліна. Мені картина давай. 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 Це звісна картина, взагалі. Перерисовка дуже хороша, це ладно мені. Що взагалі, не зображаєш, так мовчи. Це звісний художник. Це дарили люди, колекціонери. Це хороша копія. Ой, оце віч класна. Ой. Це віщі вішать, в мене тепер буде порядок. Тут що? Сумяра, це моє все, да? Так. Этот. Канагонка та. Так, тут що? Це коліни вази Лаура Ешлі. Оці бочонки, два бочонка Лаура Ешлі. Так, а це що? Ой. Так, це коліни вази. Так, все. Так,
поставлю, щоб вони... Давай, я буду заносити, да. Ой. Тут і примус, і бочонки, тут і скатерті, ой. Здрасте. Подпирайте, подопріть, ага, спасибо. Ой. Навіть це тяне. Тягну, блядь. Ой. Примуси, скатерті, дорогі. Це антикварна. В Лувр. Каже, в Лувр йому. Вот это хорошее, да. Это вещи, штаны, там рубашки, пиджаки, все, все что это самое. Ретро, да. Так, Коля, Танесин. А это в подъезд он. Вот эти вазы в подъезд. На окна поставить. Оно прям с вазами. Будет красиво. Так, господи. Так. Ой. Святые угодники. Там пока ничего не бери, сейчас мы вдвоем пакет понесем и задумаемся. Сейчас я гляну. Вот, ребятки, смотрите. Сразу такая красота. На окошках. Пошли дальше. Ой, и ручка порвалась. Ой, хорошо, хоть не расхлепал. Вот еще два цветочка на окнах. Очень девственно. Та здрасте, срака Новий год. Ти ж очокнувся. Це картина ванни. Куди? Ванна. Ванна? Там буде рамка, да. Не смійся, якщо не зображаєш. Так. Ой. Ну і що? Я не вдома, а під'їзд. Пороздаю людям. Ікони церкви, Ігор понесе, якщо йому не треба. Пороздаю книжки. Ще книжки поїду заберу. Книжки теж. Може Льоша кудись їх. Може продасть. Не, 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 не те саме. Ну, не вибрасує же на макулатуру. Так, оце я понесу. Бачиш, оце я хочу. Не забув, воно було не там, де треба. Чебурашку эту. На давай окно. Маме. Не, на окно сюда в подъезд. Я их не донесешь, на летнюю кухню вот сюда. Не. На веранду мама любит, не? Так, ведерко для детей я вам дам. Ведерко, да. Ведерко возьму, да. На, вот это ваза ваша тоже красивая, смотрите, как. Типа под Уникс. Так. Притом, так, это индийский мишка. Надо вам? Собі поставишь. Нет, это я Игорю. Так, мені тут оце Лаура є, це теж твоє. Оце це. Так, я піду ще цвіти тоді розставлю ще. На перший етаж, туди Чебурашку десь примкну теж. Іди. Ой, ребята. Боже, скільки всього. І ікони, і сундуки, і мішки з іконами, і кораблики, і Гоголь. Ось перемішку. Ребятки, лимон поставив сюди. Вот как вы советовали. Говорят, что вот эти лимоны надо сперва срезать. Они плохие. Ну, в общем, куплю фильтр, буду брызать. Буду все по фэншую. Вазы стоят, никто их не скинул. Ну, итак, хочу показать, ребята, первую картину. Картина в стиле Айвазовского. Видны кракелюры. То есть, видите, что это не новая картина. Вот. Потрясающе изображено море. Потрясающе. Видно шторм.
от берег бьется корабль, то есть его волны кидаются на волнах, и оно нахлывает все. И вот эти тучи, которые, ну, как бы надежду на что-то хорошее, но нет надежды, потому что оно все затянуто, и волны волнующиеся такие, вот этот лунный свет сквозь вот этот вот гребень волны. Очень красиво написано вот эти вот, очень так нежно и в то же время страшно вызывающая стихия. То есть она бросает вызов. Просто потрясающе. Томас, как тебе? Зайчик, скажи свое мнение. Классно? По-моему, потрясающая картина. Вот, нет рамки хорошей, которая могла бы быть. Вот, но хочу сказать, может быть, кто-то знает этого художника. Эта картина была подарена зрительнице из частной коллекции известного какого-то коллекционера питерского. То есть женщина была на виду, так сказать, ну, так сказать, известна, узкий круг. То есть, ну, женщина была знаменитая. Ну, как сказать, не знаменитая, но и высокопоставленные друзья. И вот один из этих друзей, вот этот антиквариат, антикварщик из Питера. Вот, и он подарил из своей коллекции, вот, она тут была даже реставрирована, видно в одном месте. Вот подпись художника. Может быть, есть у нас искусствоведы, и есть у нас те люди, которые разбираются в подписях художника. Вот это подпись художника. Вот должны знать питерцы. Кто знает, вот, может быть, спросите в художественном, у кого-то есть возможность в Академии художества узнать. Вот. Но такой корабль замечательный, потрясающе изображено море, лунный свет такой прям яркий, и оно дает такой отблик вот на волны. Видите, вот этот лунный. Прям очень здорово. Просто очень здорово. Эта картина не просто картина, это шедевр. Это в единственном экземпляре. Дальше. Так. Куклы вы бачили. Так, вот эта картина. Это перерисовка известного художника. Женщины в бане. Вот такие две тетки парятся в бане. Грудью голые. Та ковшик, куда сползла за ковшиком, подливая на это самое, на русскую печку. А та прям, видите, что вперед, что зад, что тут изображено, что тут. Ну, это хвостик в заднице, это у меня тоже такой есть. Она влезла в бочку и что-то наклонилась. Непонятно, чи кто сзади пить. Томас, это тебе як ця картина? А ця тебе нравится, зайцу, да? Цю ты оценил. В общем, это известная картина, перерисовка. Я думаю, что я вот этот подрамник уберу. Вот, Цорн. Цорн, Швеция, копия. В музее. Конец 18-го, начало 19 века. То есть 1800, 1700 какой-то год вот эта картина. Вот. Можете себе представить. Вот. Это тоже подарено тем же антикварщикам. То ли тем, то ли другим. Я ее хочу разместить в ванну. Вот только куда, вы знаете, не знаю. Вот это если бы не было полотенцесушителя, я бы на это место поставил бы. Вот тут бы у меня была эта картина. А я думаю, может быть, вот сюда. Взять достойную рамку, найти. Вот, и сюда вот так ее прилепить. Ну, вот куда-то надо подумать. Надо подумать, ребята. Потому что негоже такой картине пропадать. Ой! На спинку унитаза. Да нет, это глупо. Ну, картина классная. Так. Это вторая картина. Это еще не все. Тут, блин, разбирать и разбирать. Газетницу я показывал. Может быть, в газетнице? Не, Томас туда не поместится. Я думал, в спальню для Томаса колыханочку сделать. Не поместится. Он сильно это самое. Если мягеньким устелить. Ну, может быть, ему захочется туда что-то такое, подушечку какую-то. Может быть, он захочет в этом спать. Куда ты видишь сундук? Сейчас я сделаю. И знаете, как сделаю? Я сейчас так сделаю. Так, як же сделать? Нема. Томас. Спид ног. У меня сегодня концерт. Очень людям понравилось видео из цветочного магазина. Очень благодарен. Вот так. Иди залазь. Залезешь сюда? На мягенькую подушечку. Залезешь? Оба. Влазь. Ой, толстая жопа твоя.
Толста жопа не влазить. Ну, може, він облюбує ту калиханочку. Вот, палас надо почистить, это уже тут шерсть и помаса, и все. Сейчас я облюбую, залезу. Так, дальше, ребята, это еще не все. Это гобелен. Это может быть, даже я понесу, ну, в театр, в класс. Вот это Божья Матерь с Иисусом Христом. Вот, это гобелен. То есть это не картина, не бисер, это гобелен. Дальше, вот, картина тоже какого-то художника. 1988 года она нарисована. Вот Бондаренко В. Это какой-то тоже известный художник питерский. Вот поинтересуйтесь, Бондаренко В. Может быть, кто-то напишет его, вот кто-то знает. Вот это рамка. Вот такая, значит, детки Зита-Гита бежат по мостику такому поломанному, горный ручей протекает внизу, им страшно, мальчик прижимается к девочке, девочка видно, что она 2 года его старше, она его успокаивает, вот, они идут босиком, значит, это какой-то уже, так сказать, ну, может быть, конец весны, потому что ручьи текут, вот видите, коряги засохшие, то есть цветы только распустились. Сказать, что это прям лето, нельзя. Но видно, что наступила ночь, и вышел ангел ночи, и вот он их охраняет. Вот они бегут страшно, и ангел дороги их охраняет. Очень интересное такое мультяшное изображение, но очень интересное. Вот, вот так выглядит с этой стороны. Это вторая картина, которая будет у меня. Вот мне интересно, если кто-то знает, напишите, как... что это за художники, если кто-то с этим тесно связан. Так вряд ли. Но вот это вообще картина изумительно. Вот этим по-настоящему нарисовано. Так, из картин это еще не все. Так. Гляньте, целый сундук с иконами. Эти иконы женщина строила монастырь, спонсировала. Рисовали сами монахи. Монахи рисовали. Вот это все не рисовали, а может быть делали. То есть, ну, своими руками, может, это наклейки. Их 3 штуки, Томас. Не лезь в иконы, по святым лезешь. Господи, помилуй. Так греха не оберешься. Вот это от кораблика подставочка. Так, еще кораблики тут есть. Очень тут куча икон, ребята. Каких хочешь, на любой вкус, на любой цвет. И кресты, и все. Это вот я Игорю прям с этим саквояжем и вручу. Так, дальше я взял Свете Сошневой вот такой наборчик. Вот, очень красивые маки. Значит, здесь для сливок. Вот. Блюдца, сахарница с крышечкой. Тут все есть, набор полный. Вот, 6 чашечек, 6 блюдец. Ну, в общем, такой наборчик, я думаю, что Свете будет приятно. Вот он очень красивый, такой изящный, такой грациозный. Вот гости придут, можно было бы, в принципе, вот на стол ставить. Вот. Если Света не захочет, я кому-то другому подарю. То есть это я взял специально для Светы. Вот. Так. Здесь у меня рижский бальзам свиня. Ой. И свинья на горбуне – это рижский бальзам. Чтобы вы понимали, что такое рижский бальзам. Вот он. 2011 года. Дата изготовления. А срок годности я его не знаю. Наверное, он без срока годности. Сколько срок годности, ребята, у рижского бальзама? Наверное, он срок годности не имеет. И вот это вот так вот вставляется на спину. И свинья якобы несет рижский бальзам. Это такой вот подарочный. Ну вот у нас Игорек любит. Ой, а это что там такое? Что там такое, Томас, что ты так лежишь? Что такое, что ты сюда не пускаешь? А ну показывай. Ох, ты помоечное животное. Что? Что? Что такое? А это такой кувшин. Это я отдам на Игрень. Это типа термос, кувшин. Смотрите, как прекрасно выглядит. Целенький внутри. Вот это такой термосок, конусообразный. Вот это я отдам на Игрень.
есть, вот отдаю, кажете, грибу. Пока все, что показал, только картину мою. Вот это все отдаю грибу. Значит, я грибу. Вот это все отдаю. Дальше, ребята, какие замечательные книги. Гоголь. Николай Васильевич. Томас, ты читать не умеешь. Большой толковый словарь современного русского языка. Кулинария сучасная на украинском. Юлия Высоцкая. Эту книгу я оставлю. Секреты народной медицины. Это я Коле подарю. Символ православной церкви. Это Игорю. Марко Вовчок. Это украинский классик. Книга полезных советов. Тут как правильно умываться, как вязать, как шторы заправлять. Ну, в общем, все, что хочешь. Кремлевская диета книга. Эрмитаж. Потрясающая книга. Это я оставлю себе. Основы кулинарного искусства. Может быть, кому-то полезно. Вот это потрясающая книга. Разные игры, развлечения для семьи. Как вот праздники встречать, как организовывать. Разные вот имена, какими детей можно называть. Очень интересная книга. Очень интересная. Это я вчера так уже. Вот классная книга. Энциклопедия мудрости. Здесь разные ученые, их афоризмы. Как бы их... Вот, допустим, Бог. Благо народа, высший закон. С годами мы умнеем. Сумного хватит и намека. Так, Томас. Историческая портретная галерея. Это Игорю. Там герои русской истории. Тоже Игорю. Это детективы. Целая серия детективов пойдут к маме. Блюда из рыбы, напитки. Вот народная медицина, может быть, о Коле тоже дам. Книга о вкусной и полезной пище. Это известная книга. Очень классная такая вот. Советская. Древняя Русь. Вот смотрите. Тут все. Святослав. Тут что. Ну тут знаете, что еще есть? Ну тут все. И рыболовство, и все на свете. Очень интересная книга. Смотрите, Казан-баран тоже. Тут про блюда. Шедевры русской живописи. Потрясающая. Смотрите. Все, что хочешь тут. Такие книги мне попали. Томас, по жопе буду быть. По жопе буду быть. Да. Ага. Опять настав мини полотенце сняв и настав на полотенце. А в лоточке чисто. Значит, надо вызывать ветслужбу, брать у него анализы. На той неделе займусь. Потому что могут быть проблемы с почками. Там люди говорят, почему, почему, потому. Это связано. Так. Вот такая я взял для шампанского. То есть вот это шампанское сюда. Ставишь бутылочку, и до него идут щипцы. Так, дальше. Вот это мне сделали шикарный подарок.